лучше поезда, несущегося вдали седьмой. Наш наркодилер мчится вскачь с мешком травы за спиной. За ним три сыщика мелькают в паровозном дыму, бегут с отборной матершины и палят по нему. Но он в отчаянном порыве добегает до хвоста и с криком прыгает в пучину сквозь перила моста. А мы в красавице Москве, но нам не мил весь белый свет. Из стимуляторов остался только чешский абсент. Никто уже не созидает и ни хрена не творит. И даже секс в связи с абсентом синим пламенем горит. И мы теперь предпочитаем без движения лежать, но каждый шорох у двери нас заставляет к ней бежать. А в это время наркодилер, переплывший Аку, бежит со сломанной ногою вдоль по тракту на Москву. И чутким ухом напрягшись, он вдруг сворачивает в лес, ведя тем самым заблуждение казачий разъезд. И вот уже он пробирается почаще весной, жуя огромный мухомор с мешком травы за спиной. О-о-о! Словным стуком в дверь, а там стоит наш наркодилер, озираясь словно зверь. Он рухнет прямо на пороге и забудется в бреду с мешком травы за спиной и с тремя пулями в заду. Но подлечившись, как всегда такой веселый и родной, он вскоре вновь покинет нас с пустым мешком за спиной.